«Память, мы семья!» Многодетная семья, творческая, спортивная, семья патриотов и мечтателей. Колонны участников парада прошли по центральной аллее парка «Изумрудный», каждая под своим названием. Непременные условия, костюмы и атрибутика. Многие подготовились основательно. Скажите, ваши костюмы какой тематики? Дорогие участники, облачки. Настроение отличное. На позитиве. А нас надо объединять, почаще из дома вылазить. Многодетная семья Голландских с 5 сыновьями приехала из Первомайского района. А семья патриотов Ждановых и Зареповых из Барнаула. Они не просто прошли колонны, но и исполнили песню «Катюша», которую подхватили все остальные. Я ветеран боевых действий. Не один год службы за плечами, 22 года. Поэтому мы это чтим и уважаем, такие мероприятия и праздники. Такие мероприятия проходят сегодня во всем Алтайском крае. Всю неделю мы проводили квесты, игры, развлечения, различные круглые столы, встречи с нашими семьями. Ну и самое главное, мы были все вместе с нашими семьями, с нашими детьми, отдавали им свою частичку тепла, любви и заботы. Всего в параде приняли участие более 200 семей. Барнаул поставил всероссийский рекорд. Семейный фест отныне станет доброй традицией в преддверии Дня защиты детей. Татьяна Голубева, День с толком.